друзья! С вами Олег Закупорский, и сегодня я в гостях у Геннадия Павловича Иванова. Здравствуйте, Геннадий Павлович! Приветствую вас! Огромное спасибо, что вы пригласили к себе, дали такую возможность пообщаться с человеком с большим опытом, и я очень впечатлен нашим знакомством на пляже, ведь мы с вами буквально познакомились 3 дня назад. Сегодня третий день. Вот. И сегодня я уже у вас. Геннадий Павлович, первый мой вопрос. Расскажите немного о себе. Немного о себе. Кто вы? Где вы родились? И в конце концов, сколько вам лет? Ну, если начинать сначала моей жизни, то родился я в такой глухой деревне. Это получается восточный Казахстан, где граница с Алтайским краем, с Китаем и Монголией. Это там близко, получается, с наших гор было видно пик Белуху. Вот в этом районе я родился. Мой отец там служил и остался, вот потому и получилась там моя жизнь. Ну, до 18 лет я там прожил, потом переехал в город Алма-Ату. В Алмате жил, работал, учился. Так что все связано с Казахстаном было. И, ну как там, естественно, закончил институт в Алма-Ате, художественно-графический. 6,5 лет учился. Потом, как говорится, занялся искусством. Но искусство, видите, как говорится, было возможно только по ювелирной деятельности заниматься. Но вы не только ювелир, насколько я видел. Ну да, но я закончил, там и живопись проходили, и графику, и скульптуру я проходил. Все было там. Но возможности не было мне пока работать по этой части. Ну а потом между делами я, как говорится, меня пригласили от Союза художников, там как бы общественную деятельность, приглашали начинающих художников, которые любят искусство, ну и пригласили меня по прикладному искусству. А прикладное искусство, ювелирные изделия? Нет, не только. Ну там мы занимались, как говорится, были ювелиры, были чеканщики, ну и еще такие, как бы сказать, резчики по дереву. Вот такой вот у нас был контингент. Ну, группа была где-то человек 20. Постепенно участвовали в ювелирных и всяких выставках со своими работами по прикладному. Тем более, это была первая группа в Казахстане, которая именно началась с нас. Этого отделения даже не было при Союзе художников. Потом, когда я уже набрал определенное количество выставок международных, союзных, тогда меня приняли члены Союза художников СССР. Это какой год был? Ой, я уже не помню. Так. Где-то в 75-м. В 75-м. Мне уже было целых 4 года. А вы какого года рождения? Да, я 1940 года. 40-го. Хорошо запоминается. 40-го года. Да. То есть в этом году вам исполнилось 77 лет. 77 лет, друзья. 77 лет. И
на сегодняшний день вы продолжаете творить, вы делаете какие-то работы? Я, когда случилась вот эта беда, пришлось уехать. Я уехал именно в Америку, именно в Портленд. Ну, там мои дальние родственники образовались. И вот после вот этого я начал здесь искать работу по ювелирному. Но так как тот район не очень ювелирный в Портленде, самый ювелирный это Лос-Анджелес, вот это вот. Звезды, собственно говоря. Богатые люди. А можете немножко пояснить, произошла беда? То есть вот то, что вы озвучили, да, и вы уехали. Что в вашем понимании, что тогда произошло? Ну, просто чтобы зрители просто понимали. Распад СССР произошел, а Казахстан – мусульманская страна. Беда. А вот это главное. Вы православный? Да. Вы православный. Вот мы до начала интервью, вы говорили, что у вас есть знакомые староверы. Да. Вы с ними общались. Естественно. А в чем вот заключалось общение на… Было ли общение на религиозные темы? То есть именно на тему православия, как вы их назвали, трехлистники или трехпалые? Вот на мы трехпалые, а не двухпалые. Да, ну их называют щепеточники. Щепеточники. Я даже это такого... нормальное до Тихонова, который, как помните, работа Сурикова, княжна. Морозова, которую да, на... Да, княгиня Морозова. Ссылали ее. Да. И да, она да. Прямо... Насколько помню, в санях, в повозке, да. Да, вот и так показывал. Это как раз из-за этого. Да. Это как раз из-за этого. Это вот когда Тихон, проиерей, или как он называется по церковному, ну, главный церкви в те времена, именно, как говорится, ну, как бы, отступничество проявили, и потому эту веру начали просто убирать, и все. А вот ваше общение с ними не входило в такие какие-либо, может быть, ну, конфликтные ситуации? Нет, или... просто там я, например, мама была моя именно старой веры, но, как говорится, вы же знаете, что в то время нельзя было. В то время вообще ничего нельзя было. Но она молилась по праздникам дома, как обычно. Но когда выяснилось, что сюда приехали, оказывается, дальние родственники именно оттуда попали сюда, познакомились. Ну, поддерживаем и сейчас с ними контакты. Но принять, просто у меня жили далеко, я не мог ездить. Где попал, как говорится, вольно. Работал я тогда. Искусства пока не было мне нигде работы, чтобы я ювелиркой занимался. Ну, пока знакомств не было. Я работал, как говорится, обычным. Садик бил. Так что-то такая. Срабатывали деньги, нужно да, было зарабатывать. Надо было. Потому я язык не смог выучить, потому что с русскими работал, вот именно со староверами. И потому и не пришлось. А сейчас просто уже у меня слух пропал у меня. Я не могу уже выговаривать так, как это нужно говорить. Кто вас окружает? Вот с кем вы живете сейчас, да? Кто ваши близкие? Расскажите немного о своих близких, дорогих людях. Ну, естественно. Я старался сблизиться, которые окружали меня люди. Ну, так как это все-таки мы дальняя родня, я, конечно, обращался с моим племянником, оказался племянник, самый близкий. Но жили мы очень далеко друг от друга, встречались очень редко. Ну, было время, что когда я уже нашел работу по ювелирному делу, тогда я уже
начал работать у одного американца. Ну, естественно, я там, у него мастерская была маленькая. Он, да я вдвоем мы работали. Он как хозяин, ну, начинали, как говорится, обычное, литье обычное. Потом он уже сделал лазерную сварку, приобрел. Все-таки это оборудование очень дорогое. И литье вакуумное. Это уже более качественное литье. Вот. Я проработал 15 лет у него. Ну, когда уже пришлось, как говорится, переезжать нам. Там, в нашем, в Орегоне, ну, погода немножечко дождливая. Немножечко другая. Мои внуки не могли, просто для здоровья этого не. Нам пришлось переехать вот сюда. Сейчас мы здесь находимся, в Калифорнии. Ну, в Калифорнии вы уже 2 года. Да, ровно 2 года. Ровно столько же, сколько мы просто в Америке, вы в Калифорнии 2 года. Вы живете в этом замечательном доме, у вас очень прекрасная, теплая атмосфера, теплое общение между вашими близкими. Это ваша дочь, зять, внуки, супруга. У вас еще есть родственники во Франции, дочь. А, да. Расскажите немного. Моя старшая дочь, ну, тоже сначала получилось, когда мы в начале 90-х, как говорится, искали, куда уходить. Дочь с зятем переехали в Портленд. Ну, именно благодаря нашим родственникам дальним. Но не получилось как-то, и обратно уехала дочь в Алмату, а с Алматы уже вышла замуж и уехали в Париж. Не в Париж, а в Дижон. Дижон. Да, Дижон. Провинция Дижон. Ну, город Дижон. Нет, я на слуху больше. Винишко, видимо, рядом оттуда. Шампань. Шампань, Дижон, да. Да. Говорите, ну, моя дочь старшая, когда мы в Алмате еще жили, Лариса училась в художественном училище. По моей части уже пошла. Закончила 5 лет училища художественное в Алмате. А потом уже поступила. Там открылся новый институт. Лариса. В Ленинграде же. Но она в Алмате же поступила, потом ее перевели. Я постарался перевести ее в Ленинград. По связи. По связи. Ну, Советский Союз, все. Да. Ну, пришлось потом ее, это, как говорится, ждать, когда она закончит. Докончила, приехала уже, как говорится, грамотный, солидное образование. Все-таки. Высокое, как говорится, образование получила. Ну, а после вот этого вместе тогда вся семья наша переехала сюда. Ну, а потом, вот я же рассказывал уже, что она обратно вернулась в Алмату, вышла замуж и уехали в Дижон с мужем. Ну, сейчас у меня там 2 внучат, ну, уже взрослые. Старший мой Давид, ему уже где-то 18, а Настя, младшая, она учится как раз по моей части. Интересно. Да, там прямо на границе со Швейцарией есть училище, в котором она уже вот 2 года учится на ювелира. Ну, по телефону. Все-таки есть вот эти вот генные такие, знаете, связи, которые передаются, да, через гены. А кто подкинул? Ну, она видела мои работы, как-то
я же Ларисе много сделал там всяких колечек, все, она посмотрела, ей очень понравились браслеты. И вот она уже тут все, ее уже не сломишь. Прямо была настойчива. И все, нашли это училище там. И все, она поступила, и вот она уже 2 года учится там. Сейчас она идет, как говорится, на следующие курсы. Ну, как бы там сказать, это как бы уже ювелир, художник и администратор. Там даже это учат организовывать свое предприятие. Комплексно, очень комплексно, да. Так что выйдет уже специалист. Нормально. Интересно. Я видел уже ее работы, присылала она мне. Как вы оцениваете? Все нормально. Я доволен. А есть внутреннее вот удовольствие от того, что как? Идет такое. Это самое главное. Я-то хотел сначала это Давида, он же старший, да. Он приезжал сюда. Он у меня где-то месяц стажировался, со мной рядом сидел, у моего хозяина там. И мы. Я ему показывал все, давал ему полировать там все пока что-то, чтобы он хоть все это видел, присутствовал. Тогда это, как говорится, думаю, пойдет. Не получилось. Ничего. Знаешь, как говорится, мы предполагаем, располагаем, а Господь все остальное нам дает. Вот какой вопрос? Ты живешь в протяжении большого достаточно времени. Это 77 лет, это достаточно большой срок, ну, в нашем вот таком земном понимании. Ну, да, да. Вот занимаясь искусством, занимаясь творчеством, в те моменты, когда ты что-то созидаешь, думаешь ли ты о какой-то сверхъестественной тебе помощи? Ощущаешь ли ты какую-то руку, которая дает тебе какую-то информацию, которую ты пытаешься выложить на холст, в ювелирное изделие. Как, чем ты мотивируешься? Ну, это зависит, конечно, от состояния самого человека. Бывает, что даже к столу подходить нет желания. Бывало. Когда сидишь на, как говорится, ну, спрос, что тебе заказывают, ну, такой, естественно, вопрос, естественно, там попроще, подешевле, но тут уже, как говорится, большого искусства нет. Это, наверное, будет ремесленничество. Ну да, в принципе. У тебя есть навыки, и тебе приходит заказчик, говорит, вот знаешь, вот хочу там кому-то подарок, это ремесленничество. Да. Это... Ну, а да, ювелиркой, как говорится, для творчества я занимался там, когда на ювелирном заводе работал и в Союз художников там, как говорится, присутствовал. Ну, всегда. У меня был творческий день, я там, как говорится, занимался уже любимым делом. Я делал скань, например. Например, там же как было национальное же в основном. А там был выбор очень хороший, большой. У них это скань пользовалась, вот такие браслеты скамные, потом паяные зернью были. И цепочками на 3 пальца обязательно вот такие были. Это самый такой. А в чем смысл 3 вот цепочек? А у них свое там какое-то поверье такое. Да. Каждый народ же имеет свой какой-то принцип каких-то верований, традиций. Да, да, да. Интересно. Ну и потом там же орнаменты. Восточные орнаменты, у них коврах, везде это. Так что это использовалось. И мы, как говорится, жили среди казахов, естественно, они заказывали, и мы на выставках старались это делать, и
когда ездили по международным выставкам, тогда они смотрели с удовольствием, всегда интерес. А когда однообразные, как говорится, камень так, и все это не очень-то всем наскучило ремесленство. Каждому хочется, чтобы что-то было серьезное. Для этого надо больше делать творческих работ. Тогда только это может развить и привить любовь людей. К искусству, к красивому. Да. А, смотри, вот наш мир, в котором мы живем, да, он, не секрет, разделен на белое и черное. Ну, добро и зло. Вот в искусстве, в твоем творчестве наверняка встречаются люди, которые принадлежат к разным лагерям. Да. Лагерь, назовем так, белых и лагерь черных, бог и дьявол. Да. Вот что ты можешь сказать, встречалось и насколько вот приходилось тебе соприкасаться, я так понимаю, мы на белой стороне, но есть художники, которые придерживаются совершенно противоположной позиции. Вот можешь немножко об этом рассказать, свое видение и свои ощущения соприкосновения с такими людьми? Ну, видишь, тут много зависит от того, в каком коллективе ты живешь. И когда встречаются такие люди, естественно, любой человек стараются отойти от этого места, где тебе плохо, где творится это, как вы говорите, черное. Дьявольщина. Да. Откровенная дьявольщина. Да, это я думаю, что нормальный человек сам по себе это себе перекроет, естественно. Потому что кому это нравится? Естественно, есть, которые люди это... Но очень любят. Ты просто этим хочешь сказать, что они ведь сами приходят к тем людям, то есть не люди со светлыми взглядами ищут контакта с бесовщиной вот этой, да, а вот люди, подверженные воздействию вот этих вот черных сил, они почему-то, но они, видимо, питаются этим, то есть они хотят что-то получить. Я, например, как это испокон веков же в фильмах, в этой в церкви, это же там ясно уже, что дьявол, этот дьявол, чистый человек, он будет всегда чистый, он никогда не пойдет к дьяволу. Но жизнь же всякого человека кидает в разные стороны. Вот который попадается на эту, как говорится, удочку, тот, конечно, получает это. Но сейчас, ну, как тебе сказать, ну, вот как это определить, ну, на эту тему правда не буду говорить. Ну, это... Вот скажи мне, пожалуйста, они делают, вот продают свою... искусство и свою душу за деньги, их интересует вот именно, почему они это делают. Я имею в виду о людях, которые и вроде были на нашей стороне, на нашей светлой стороне. Они готовы ради денег. Они не понимают, что их ждет. Не только денег. Ну, сейчас, тем более, видишь, сейчас вот этот мир разделился полностью. Это и появилась вот эта темная сила и белая. Вот, пожалуйста, недавно я посмотрел сцену «Русский человек» конкретно в России. Семья была, все. Появился агитатор. И что он сделал? Жена полностью изменилась. Полностью перешла в эту веру и быстренько обманным путем уехала. Кто позволяет воздействовать на людей? Каким образом люди попадают в такие сети? А это то, что они как-то не были маленькими, росли,
окружение было, как говорится, много проблем было у них, потому они в смятении были. А тут, вы же знаете, как мусульмане. Они так тебе это расскажут, сейчас тем более такая агитация везде идет, во всех странах. Просто им в голову вбивают, действительно, что они, если туда пойдут, они будут на небесах. Ну, я бы так, наверное, подметил, что это, конечно, не обо всех мусульманах. Это радикально настроенные, которые, собственно говоря, никак не могут успокоиться, места себе не могут найти. Хотят именно возродить старые, еще древние времена, когда они были, имели полностью власть над половиной земли. Ну, вся эта восточная часть же была... Опять власть. Власть. Это к этому стремится, наверное, 99,9% правителей, которые находятся, или люди, которые пытаются. Вот что вы думаете о той власти, которая, ну вот именно мнение о той власти, которая руководит сверхдержавами? И какие сверхдержавы, вот вы считаете, сейчас и имеются в мире? Какие сверхдержавы? Сейчас как таковой это нет этого, но пытаются же вот эта, которая организация собирается со всего мира, поклонников, которые их руками хочет захватить весь мир. Это чертовщина, она, как говорится, влияет. То есть это практически объединение разных стран. Это здесь нет такого, что вот, например, доминантную играет США или доминант Китай. Нет, тут вот именно вот эта фундаментальная вот эта штука, это вообще по всему миру сейчас уже просто уже деваться некуда, она на виду. Но люди-то поддаются, нормальные люди со всех сторон, пожалуйста. Очень много, например, французов, там вот это... Это какой-то закрытый клан? Да, вот этот ислам, который полностью, даже вот почему мне пришлось с семьей уходить из Казахстана. Там началось сразу же нападение, когда развалился. Физические угрозы жизни. Уже меня брата убили. Именно в это время, когда они делали эту свободу свою. Тогда и получилась вот эта часть. И сейчас постепенно даже от людей слышу, что с России, например, 6 тысяч русских и всяких таких поддающихся находятся там, в этой стране. Это же вообще невозможно. Как можно? Ну, даже любой имел же какую-то чистоту души, все. И тут же сломаться и поддаться на вот это, практика же показывает, что, ну, это же не выход. Все равно же ведь это переходит в насилие, вот это вот навязывание своей воли какого-то человека. Ну, вот сейчас повсеместно, в принципе, развязывание конфликтов, то же самое взять Россию, Украина. Это что в твоем понятии, в вашем понятии? Это вовлечение в этот бесизм, этот, вот эту вот дьявольщину? Или это... Так это по всему миру. Здесь же тоже случаев много уже было. Как меня прямо страшит, это невозможно так. Страшит? Ну, конечно. Даже вот в нашем есть городке, не в нашем где-то рядом. Только случай. Ну, это же уже невозможно. Скажите мне, пожалуйста, вот 77 лет, я в свои 46 лет часто задумываюсь о таких понятиях, да, ну, каждый день я задумываюсь, что такое жизнь. Но у меня всегда жизнь связана и со словом смерть. Что в вашем понимании, когда наступает конец? Конец
вот в простом нашем понимании мы озвучиваем это СМИ. Что это такое? То есть вот представление человека, который живет, и у которого большой багаж. Что это? Ну, как это сказать? Если сомнение, когда человек живет, потом появляется сомнение, потому вот это вот теряется, видать. А сомнений нельзя допускать. С самого детства нельзя допускать, чтоб тебя какое-то сомнение взяло. Когда чистота мысли, чистота действия, и вдруг перейти эту черту, уйти в эту, как говорится, грязь, это просто даже, ну, я не понимаю, как можно так перейти на эту черту перейти. Жизнь, она дается один раз. Ее надо именно прожить так, ну, что тебе душе, душа тебе желает, и что ты можешь, стараться надо к этому, чтобы делать то, что тебе нравится, а не то, что тебе приказано. Но из этого это все равно можно найти хорошее. Всегда. Вот поработал я, как говорится, здесь 15 лет. Я очень доволен, потому что я занимался своим делом. Правда, не на том уровне, который бы я хотел делать, например, какие-нибудь шедевры, например, ну, серьезные работы. Например, колье, там, браслеты такие скрученные, кольца всевозможные. Но пока приходилось так, как в той же среде, когда имеем мы в магазинах, а лучше оно не выходит, потому что приходится подделываться. А делать, когда в нашей жизни идет, ну, как прожить, делать шедевры и складывать тоже никак нельзя. Вот я понимаю, о чем. А таким образом я, например, там у себя на этих выставках делал, там, когда еще там жил. Было приятно, когда твою работу в том городе покажут, в другом, в третьем, в четвертом. У меня, например, были несколько изделий, когда у меня эта супруга ездила в Париж. И она там это пришла в магазин, у ней сразу купили с удовольствием. Такие вот эти браслеты, вот это сложки такие. Потому что она чувствуется, что это объемная вещь, все. Наверное, сейчас где-то там это кто-то носит, вспоминает, радуется, потому что ни у кого такого нет. Серьезная работа, она всегда серьезная. Так что тоже это всегда очень редко бывает, очень редко, чтобы заказ был такой мощный. Но для житья хватает. Пока вот такого. Да, постоянная наша погоня, наши потребности. Ну, такая жизнь. Билы, то, сё, да. Да, да. Ну, хорошо, я вот задаю вопрос сейчас, да, в продолжение о смерти. Вот, предвидя большие вопросы потом в комментариях к этому видео, это что? Темнота и все? Это вот чисто представление, понимаешь, вот чисто твое, ваше представление, да, вот в моем понимании, да, это одно, в понимании моих друзей это другое, у каждого может свое быть представление, кто-то вообще не верит так в то, что люди прекращают существовать, или вот превращают плоть. Да, может быть, может быть, может быть. Вот как твое видение? Вот что ты? Ну, например, очень много людей, которые
прославились на весь мир. Они конкретно знают, что они прожили жизнь, как говорится, то, что любили, то, что надо было, все было, и вера была. С этой верой они подключились, что они добились своего этого величия. Но когда оно... И он спокойно умирает, без всякого. Ну вот даже взять этого артиста, забыл я, как его фамилию, 100 лет он танцевал, который с Инартой Пастух в фильме снимался. Ну, помните да, его. Да. Ну, только аплодировать такому человеку. О, да. До самой смерти да. он занимался любимым делом. В Театре Советской Армии, насколько я помню, я не могу озвучить сейчас, как зовут, но, по-моему, да, в Театре Советской Армии до последнего. Вот. И я его еще смотрел маленьким, когда он это, первый фильм с Инартой Пастух у нас там привозили на заставу. Мы были, ну там невозможно было, редко было фильм. Ну это как праздник, я понимаю, да. Не собирались. Но это смотри, это остается, окей, это такой след в памяти поколений, да. Потому что, мы говорим, другие говорят. И, ну, взять, например, творчество Лермонтова, там, Пушкина, да, да, да. они остались в памяти. А что произошло с человеком самим? То есть, что происходит с самой субстанцией тела, мы знаем, да? А наше внутреннее, ведь внутри у нас какой-то огонек живет, какой-то вот это вот, то, чего мы не можем почувствовать, но то, что нами движет и то, что вот контролирует нас, сдерживает нас, или наоборот не сдерживает, куда девается эта энергия? Ну вот я пример на этом артисте показал. Это пример именно надо было и все время на него смотреть. Я всегда всю жизнь говорю, надо же, как ему везет, как он добился и как он добивается. И умер прямо на сцене, даже 100 лет, это ж вообще, вот надо на кого, как говорится, примерять жизнь свою. Ну, это редко таких, много он, все знаменитости, все действительно жили, как говорится, ближе к Богу даже, можно сказать, это от Бога просто. Талант? Талант, это от Бога он дается. Вот потому и жизнь такая им достается. Ну, всякая. Ну, музыканты, которые у нас знаменитые были, тоже их начали притеснять. Ну, уехали, приехали, но они жили своей жизнью и мечтали все время не сворачивать. Правильно, не приехали опять. У себя остались, и там именно прожили то, что они хотели. Скажи, пожалуйста. А которые именно только, как говорится, власть, деньги, это пустышки. Они недовольны жизнью до конца. Но внешне-то оболочка. Все остальные люди считают, что все, их количество денег делает их счастливыми. И основная вот глянцевая сторона, вот мальчишка, девчонка, которые сейчас смотрят это видео, понимают, что все это глупости, что мы говорим. Ведь самое главное для них это деньги. Деньги, власть, крутые тачки. Для мальчишек это красивые какие-то девочки с обложки. Девочкам наоборот, значит, мальчики должны быть какие-то с кубиками. Все такие... Ведь... Не похожи да. на всех. А кто внес в голову это? Ведь кто вложил в голову, что обложка, деньги, фиксовая вот эта вот улыбка делает человека счастливым? Кто это сделал? Для чего? Но я, например, не скажу, что они счастливы. Как раз они несчастливы, которые вот только вот это живут. И даже посмотришь, ну, которые живут богато все.
И даже во всех фильмах все равно конец плохой у всех. Хотя это, конечно, может быть и подтасовано, но все равно сам смысл, даже посмотришь, когда такой человек вот живет в естественном, нормальном, бессмертном мире, все равно он несчастливый. А можно ли это классифицировать, что человек в какой-то определенный участок своей жизни предал свое внутреннее «я», свою веру, например, веру в Бога, и решился пожертвовать самым дорогим счастьем, и поменяв счастье на известность, деньги? Вот это главное. Да, так и есть. Самая вот эта точка, потому что он потерял связь с небом. Вот это вот главное. Как только потеряет деньги, а они, как говорится, их засыпают, и их нету. Люди от них не видят ничего хорошего. Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня встретились. Сегодня 1 августа. Как часто у вас идет дождь здесь, в этом месте? Как часто? Три месяца уже нет. Я, ребята, к тому просто говорю, что сейчас за окном впервые, вот сегодня у нас идет встреча с Геннадием Павловичем, идет огромный, серьезный дождь. То есть, понимаете, вот мы решили сделать это интервью, и в это время наверху заплакали, они услышали. Я это не шучу, я на самом деле абсолютно серьезно это говорю, что сейчас 1 августа, половина 4-го, и на улице идет штормина, да, с дождем. Просто, это ж надо. Штормина. Вот я почему задал вопрос, потому что, может быть, у вас такая эрия, что здесь каждую неделю дождь. Нет. Штормина идет на улице. Вот. Три месяца было тихо, вот, жара. Я давно уже в своей жизни не классифицирую, что происходят какие-то случайности. Нет случайностей в жизни. Есть знаки, которые люди, например, не обращают внимания. Да? Окей, сегодня вот мы встретились, мы делаем определенное с вами дело. Снимая это видео, давая ваше видение на жизнь, которую вы живете, история, которая за вашими плечами рассказывает, даже там, наверху, пролилась, так скажем, слеза. Я вам это серьезно. Это удивительно. Я не понимаю. Ну, окей, я буду ждать некоторых комментариев под этим видео, и, ребята, не судите нас строго, но дождь просто так тоже не льет. Это Калифорния. Здесь период засухи длится месяцами, вот, и в этой именно местности Сан-Диего, поэтому я глянул в окошко и понял, что мы сидим в доме, да, но на улице там сильный ветер, там идет косой дождь, потому что прямо штормит. Геннадий Павлович, у меня есть такой еще вопрос. Вопрос пожеланий. Могли бы вы сказать в нескольких 5 словах, ну, 5, может быть, фразах, пожелание подрастающему поколению, что сейчас было бы для них важно, чтобы поменять свою жизнь? Ну, видишь, сейчас в это время, когда нас воспитывали, тогда у нас было уважение родителей, старших. Сейчас этого нет. Потеряют, к сожалению. Но именно еще беда в том, что все дозволено, что там много влияет. И безнаказанность. Да. Потому, как говорится,
раньше как у нас было? Если ты нарушил, тебе шлепок под задницу дадут, все, ты уже понимаешь, что. И тебе говорят, что это же нельзя делать. Ты же видел, как Бог жил. Почему ты все нарушаешь? И каждый раз надо все время напоминать. Но не таким образом, что нотации, а так, по-тихому, спокойно. И тогда будет, если человек начинает уже, как говорится, имеет закладку в своем сердце, он это понимает. Потому что не объяснять тоже нельзя. Его вынесет улица, приведет куда-нибудь в другое место и все. Так что вот надо с детства приучать человека любить. Как говорили, мир победит любовь. Самая сила в любви. Да. То есть вот это действительно вот работающий принцип, да, что нету ничего сильнее в нашей жизни любви. Ну, даже возьмем вот так, например, простое. Когда человек, молодые, собираются, ну, начинают только любить. Что они могут сделать? Все. Для них мир, что хотите. Вот они должны в этой области оставаться. Не переходить на какие-то там, ну, вообще, не терять вот это чувство. Если потеряешь это чувство, потом тяжело его восстанавливать. Потому разводов, ну, потому убийц прямо как будто бы это, ну. Так легко все происходит. Да, все очень легко и естественно, это все как-то. Мир очень сильно поменялся. Я сейчас делаю такую некоторую паузу, потому что я в некотором образе, в некотором роде сейчас, конечно же, пытаюсь оценить всю ту информацию, которую дали, а дали бы очень много. Очень много. То есть вот на самом деле это неоценимая вот эта вот информация, от которой вас поступило, я очень надеюсь и прошу все силы, которые могут нам помочь, чтобы они донесли эту информацию до подрастающего, до растущего поколения. И даже до моих сверстников. Я веду речь о людях, которые до сих пор находятся в состоянии потеряшек. Я так называю, и вот мои друзья называют людей, которые, знаете, есть потеряшки, они до сих пор не знают, что, кто они, что в окружении, кто друг, а кто враг. Многие до сих пор считают своими друзьями совершенно не то и не ту субстанцию. Я это называю субстанцией, потому что зачастую люди притягиваются и втягиваются в некоторые движения. Я не побоюсь слов, там, секты, да, у многих слово «секта» ассоциируется с негативом, потому что у нас вот в России, например, там были секты Мунсерикио, там, да, у секты, которые наследили, которые сделали негатив, но в простом переводе слово «секта» это просто объединение, поэтому любая группа компаний – это и есть секта, поэтому слово «секта» которая пускай ведет, ведет направляющий, ведет, да, какой-то. Да. Это любое объединение людей, это есть секта. Поэтому просто не пугайтесь и не делайте стереотипами некоторые имена. Потому что, знаете, вот как что вложили, что отложилось, то и зафиксировалось. Вот в заключение нашей беседы, нашего разговора, я бы хотел сказать свои впечатления о нашем общении. Ну, во-первых, войдя в ваш дом, вот в вашу семью, пообщавшись с вашими близкими и родными, я ощутил не просто комфорт тепла энергетически, я ощутил, как будто бы мы родные люди. Есть
люди, которые энергетически притягиваются. И сидя за столом, мы пили чай, я общаюсь сейчас с вами здесь, у меня какое-то создается впечатление, что, во-первых, ну, наша встреча, видимо, где-то была ранее предначертана, и у меня есть такое впечатление, что мы и раньше как-то пересекались. Вот глядя вашу картину, ваши картины, и вот картина, ваш автопортрет, который в гараже, я мельком сначала пробежав по ней, подойдя к ней, я рассмотрел какую-то глубину вашей боли какой-то, какую-то, возможно, вы испытывали. И это вылилось в эту картину. Я в тот момент ощутил это. Вот в заключение, могли бы вы рассказать, что вы испытывали и почему вы это вылили в этом автопортрете? Ну, я начал из-за того, что нас 7 лет не могли прописать. И везде, как говорится, под нож. И почему у меня тут такие руки, а там черные? Вот это меня окружала мгла, которая не давала мне сил, не давала мне уверенности, которая мне казала, что везде так. Но когда сам уже начинаешь думать, и всегда себя нужно, ну, как тебе сказать, ну, как, проверять, куда ты сунулся, правильно, неправильно. Всегда за собой контроль. Вот самое главное. Самоконтроль. Контроль и смотреть, чтобы тебя не увело по этой дороге, потом по этой. Как вот я с детства все время наблюдал за собой, и когда попадались мне ребята, которые анашу курили, просто даже кто курил ко мне, я от них подальше. Вот мне это не пошло, и я от них держался дальше. А в жизни оно так и есть, что обязательно тебя окружают те люди, которые тебе должны понравиться. Вот, например, я тебя встретил, и я подумал, сразу думаю, как будто бы я с тобой давным-давно знаком, понимаешь? Вот это уже чувство, оказывается, у людей есть. Я сейчас это вот и вы, вот выражу. Это чувство надо... Подошел с человеком незнакомым. Если тебя вот такое нет чувства, это чужой человек. Это вот те, которые сейчас вытворяют миром хотят. Они хотят миром полностью, опять как в османские времена. Но для этого есть мы. И да. Мы со своей стороны, друзья, скажем на этой позитивной ноте, мы не позволим, мы сделаем все, что мы можем, даже больше, объединяясь и встречая на пути, вот в своей жизни я таких людей буду приглашать в передачу «Человек и искренность». Для того, чтобы мы могли дать и информацию, и дать тот толчок, который мы, возможно, даем людям смотрящим, людям интересующимся своей жизнью, продвижением по своей жизненному, так скажем, пути, тепло, любовь, искренность. Поэтому будем бороться. Геннадий Павлович, я от всей души, от всего сердца благодарю вас искренне и за вашу искренность. В сегодняшней передаче «Человек и искренность» у меня принимал участие Геннадий Павлович Иванов. Я вас благодарю и спасибо большое. Надолго не прощаемся. Спасибо большое.